Будете защищать Крым? Когда Симферополь загорится. К вашему сведению, бывший министр обороны обещал провести парад в Севастополе. От вас осуждений никаких не было. Вы все время призываете ждать. Войдут в Ростов, нет, вы тоже будете я говорить. Я как раз призываю не ждать. Так вот, я как раз призываю активно содействовать миру. Содействовать за миру, поощряя агрессора, невозможно. Нет, возможно. Это умиротворение агрессора. Это абсолютно правильно. Посадить за стол переговоров можно, только приставив к виску пистолет. Садись и пишите договор. Только так.